Михаил Саакашвили на своей странице выставил пост в Facebook. Цитируем слова в оригинале. На вчерашней пресс-конференции очень круто выглядел мэр Бойченко, но очень плохо глава Донецкой администрации Кириленко, который не только не пришел на конференцию, но языком украинской бюрократии сообщил нам, что ничего впадать в эйфорию по поводу быстрого открытия аэропорта. Еще предстоит пройти все бюрократические барьеры. Моя рекомендация президенту Зеленскому – как можно быстрее этого человека убрать с поста руководителя областной администрации. Рано или поздно это придется сделать. И лучше рано, чем поздно. Вместе с мэром Мариуполя Владимиром Бойченко Офис простых решений провел конференцию по инвестиционным возможностям Мариуполя и будущим этого очень стратегического важного для Украины города. Я благодарен за участие в этой конференции министра Кубракова, Михаила Радуцкому, Елене Шуляк, а также многим представителям бизнес-ассоциаций и общественности. Конкретные результаты этой конференции – принципиальная договоренность об открытии аэропорта Мариуполь и строительство его нового терминала, а также фактическое заложение фундамента строительства нового Мариуполя с новым бульваром и туристической инфраструктурой, который будет связан с теперешним Мариуполем канатной дорогой. По просьбе и приглашению мэрии Мариуполя Леван Варшаламидзе, который практически с нуля построил Батуми, разработал проект трансформации прибрежной зоны Мариуполя в современный курортный город и представил его вчера на нашей конференции. Мы успели поговорить о многих вещах, и я уверен, что результат будет, учитывая очень энергичную работу мэра и понимание важности города на уровне высшего руководства страны. Спасибо руководителю Мариупольского отделения Офиса простых решений и результатов Александру Любимову за отличную организацию этой конференции. Какое ваше мнение? Пишите в комментариях. Спасибо всем за просмотр.